Более 91% граждан Азербайджана полностью доверяют президенту. Центр социальных исследований обнародовал результаты опроса общественного мнения, проведенного в связи с деятельностью президента Ильхама Алиева. Значительная часть респондентов, более 60%, считает, что Шушинская декларация поднимет отношения между Азербайджаном и Турцией до уровня военного союзничества. 74% опрошенных выразили уверенность в том, что с начала функционирования Зангезурского транспортного коридора связи Азербайджана со своим эксклавом Нахчеваном и братской страной Турции усилится. Почти 76% респондентов сочли открытие Физулинского международного аэропорта, планирование строительства аэропорта в Зангелане и Лачине положительным явлением в контексте развития туристического сектора Азербайджана. Согласно результатам опроса, президент как архитектор победы своими интенсивными выступлениями на глобальных платформах успешно продвигает историю победы Азербайджана на международном уровне, обеспечивает превосходство страны в информационной политике, усиливает противодействие попыткам и внешним воздействиям, противоречащим национальным интересам. По поручению главы государства реализуются последовательные шаги по восстановлению и реконструкции освобожденных территорий. В Карабахе продолжаются работы по разминированию для обеспечения безопасности населения. Наш священный долг – не допускать ошибок. Одна из самых важных работ – определение экономических районов в Азербайджане. В будущем возникнет потенциал для налаживания экономических процессов в этих районах. У нас есть достаточно кадровых и материальных ресурсов, чтобы реализовать имеющийся потенциал этих территорий.